прежние погоды. Мы обсуждали уже Дон Кихота один раз. Один раз Дон Хуана. Поэтому предполагала я говорить, так сказать, о последующей судьбе. Но если вы настроились на то, чтобы послушать что-то, вот, собственно, про роман и, собственно, про вот изначальный текст, вы мне скажите сейчас, и мы начнем отсюда. Ну, немножко скорректируемся. Или никаких настроений? Нет, я понимаю, да, просто я говорю, что для меня внутренне это как бы в развитии, да, вот дальнейшая судьба и так далее. Но поскольку я понимаю, что никто не ходит каждый год на университетские субботы, да, как на работу, да, то, значит, поэтому скажите мне, на что вы настроены? Ну, хотите ли вы послушать про... Если можно, ну, давайте, значит, про собственно, Дон Кихота и Дон Хуан. Значит, ну, в хронологии берем, да, Дон Кихот у нас точно раньше, да. Значит, да, вот сначала общая заставка, конечно, вот как бы 16-17 век, такая потрясающая эпоха, которая дает нам, ну, россыпь вот этих самых великих образов, да, образов, которые потом, ну, и можно как бы так смело сказать, что, в общем-то, в некоторой степени даже и направили развитие дальнейшей культуры, но это скорее Фауст будет, да, и интерпретации Фауста. Но точно, совершенно без таких завиральных замахов, мы можем сказать, что эти образы потом все последующие века служат для как бы объяснения, да, нашей культуры, для понимания ее, для поиска новых подходов. Да. Значит, это шекспировские образы главные, да. Это, безусловно, Дон Кихот, и это Дон Хуан, конечно, да, Дон Жуан. Значит, в этой череде Дон Кихот, даже при том, что я включаю сюда Шекспира, да, стоит особняком, потому что, конечно, ну, как бы, кроме самого образа, и в первую очередь, и вот как бы об этом я тоже как раз собиралась говорить, да, Дон Кихот, роман, первый роман нового времени, признанный совсем недавно, ну, видимо, в честь 400-летия выхода, да, значит, второй части, очередной раз величайшим романом всех времен и народов, да, и, в принципе, как бы без большого такого преувеличения можно рассмотреть всю последующую историю романа как вот это движение к Дон Кихоту, да, открытие возможностей Дон Кихота в новых литературных условиях, да, потому что, конечно, вот это вот как бы событие, это явление, то, что 17 век, 16-17 век дают нам вот эти великие образы, это результат того, что это вершина и финал, как оказалось, да, риторической традиции, риторической культуры. То есть как бы наработан огромный язык, да, для выражения очень тонких и очень сложных идей, мыслей. Да. И вот вся эта полнота воплотилась в этих самых образах. Да. А дальше в 18 веке, вот буквально сразу, да, эта эпоха кончается, да, начинается отказ от нее, борьба с ней, да, с риторикой, обращение к другим способам описания мира, да. И оказывается, что вот те образы, те детали, те ходы сюжетные, которые как бы работали в 17 веке, надо открывать заново, надо заново наполнять содержанием. И вот, вот собственно, как бы Светлана Ильинична Пискунова, у нее про русский роман есть книга, которая показывает, вот как вот эти обращения, автор за автором, как обращаются к Дон Кихоту и как, значит, плодотворно взаимодействует с Дон Кихотом. Ну и, в принципе, такую же работу можно сделать и по всему европейскому роману, да, потому что действительно, если вы почитаете биографии писателей, вы увидите, что нет писателя, который бы не читал Дон Кихота, не впечатлил, ну, романиста, крупного романиста, не впечатлился бы Дон Кихотом и не размышлял бы над Дон Кихотом, над романом. Да. А, значит, что в романе, да, вот как бы вот что там? Ну, в принципе, со студентами мы это обсуждаем на семинаре, то есть для этого нужно в том смысле, что для этого нужно достаточно много времени, поэтому я буквально пунктиром, да, покажу. Значит, помимо вот того, что я сказала, что это вершина жанрового, пардон, вершина риторической эпохи, да,
Это еще и, да, риторика, как бы очень, если упрощать, помимо всего прочего, как бы работает на то, чтобы всякий образ трактовать иносказательно, и интенсивно занимается вот этой самой разработкой этих иносказательных смыслов. То есть, с одной стороны, с точки зрения современной литературы, это обеднение подхода, да, это как бы сужение, ну, начиная с XIX века литература мыслит в категориях символического образа, образа с открытым числом вот этих самых интерпретаций и пониманий, да. К началу XX века она даже овладевает этим символическим образом, да. Другой разговор, что в 20 веке там потом по-разному будет, да, по понятным причинам, да, но вот как бы аллегория как таковая начинает мыслиться, как и такое точное понятийное содержание иносказания начинает мыслиться как сужение, да, и насилие над литературой. А, значит, но, да, соответственно, это вот риторическая составляющая, да, то есть как бы... С одной стороны, для нас, в нашем мышлении, это вроде бы сужение, но для эпохи это возможность через образ выразить очень тонкие смысловые вот оттенки, нюансы и так далее. Да? Вот, как бы в том, что делает герой на сцене, да, это, ну, на сцене Дон Хуан, да, значит, вот в книге Дон Кихот, да, выражается, ну, например, два эпизода, да. Значит, чтобы продемонстрировать и заодно как бы плавно перейти к другой стороне Дон Кихота, вот которая как раз будет очень долгоиграющей, романа Дон Кихот. Значит, два эпизода. Эпизод с мальчиком, вот крестьянина, да? Значит, ну, напоминаю, на всякий случай напоминаю, значит, вот как бы крестьянин наказывает мальчика, Дон Кихот вступается, значит, как бы... Наказывает крестьянина, строго ему говорит, чтобы мальчика больше не обижал. Ну, понятно, как только Дон Кихот уезжает, мальчика достается еще больше, да. И впоследствии, значит, мальчик встречает Дон Кихот и рассказывает ему, что вот как бы получилось даже хуже, да, что вот от его заступничества. И второй эпизод, эпизод с каторжниками, да. Значит, встречает он каторжников, значит, как бы, ну вот... выслушивает их истории, говорит там, что, ну, он не может судить, виноваты они или нет, но поскольку как бы один человек не должен судить другого, то он их отпускает. Но они должны дойти до Дульсинеи и рассказать ей о его подвиге. Ну, дальше, значит, как освобожденные каторжники ему и вламывают, да. А, значит, так вот, вот два эпизода, вот просто чтобы как понятнее было, когда, о чем мы говорим, когда мы говорим об этом самом риторическом наполнении. А, значит, два эпизода вписаны совсем в разный как бы интертекст, выражаясь языком 20 века, да, и поэтому говорят о совершенно разных вещах. Потому что вот, казалось бы, первый эпизод с мальчиком, да, просто напрашивается другое решение, да, что если ты так уж пожалел мальчика, возьми его с собой, да. Но для человека 17 века этот эпизод отсылает напрямую, Испании, да, в Испании 17 века, отсылает напрямую к Лосарильо Стормоса, это такое, как бы, вот сейчас недавно было триумфально представлено, значит, издание в лет памятников, правда, стоящее, как это, запредельное, чуть не 22 тысячи, то есть 2 тысячи, не 22 тысячи, но все равно запредельные деньги. Вот, там просто, как бы, ну, выверенный текст, перевод вот этой знаменитой части, которая давно переведена на русский язык, потом продолжение, которое считается все-таки так более-менее, все согласны, что тот же автор написал продолжение, да, вот как бы разрешение. Ну и огромный, как делает Литпамятники, да, огромный аппарат с вот предположениями об авторстве и так далее, потому что анонимный роман. Так вот, «Лосарильо Стормоса» — это, ну, прототип плутовского романа, да, это текст, который задал парадигму плутовского романа, да, рассказ о плуте. Но уже по названию видно, да, что там имя Лазарь, да? То есть, значит, это текст другой направленности. Это текст о падении человека и его как бы обращение, там, если христианство, да, то есть, как бы, что он раскаивается и искупает свою вину, да, он изменяет свою жизнь, он воскресает как Лазарь, да. А, так вот, значит, вот этот самый Лосарильо, ребенок, да, вот в детстве, собственно, все начинается с детства, он сирота, вот как бы вынужденный как-то пробиваться в жизни,
И, соответственно, в частности, ну, и он служит у разных господ, которые плохо с ним обращаются. Он научается от них, как надо, как бы вести себя в жизни, да, вот становится плутом. И только уже потом, во взрослом возрасте, да, понимает, что он был неправ. А, значит, так вот, среди прочего, он оказывается мальчиком слепого, который как раз вот его бьет, плохо с ним обходится и так далее, да. И вот... Вот эпизод из «Дон Кихота» отсылает напрямую, однозначно для читателя того времени, вот к этому эпизоду с мальчиком слепым. Но дело в том, что... Вот почему я говорю, что так важен интертекст, контекст, да? Потому что дело в том, что в «Лосарильо», значит, есть и другой эпизод. В «Лосарильо» был хозяин-рыцарь, нищий рыцарь, который как раз был хорошим хозяином, но он был настолько бедный, что «Лосарильо» приходилось кормить и себя, и своего хозяина. И почувствовав, что он все-таки не потянет, да, прокорм рыцаря, он от него тоже уходит. Так вот, соответственно, как бы вводя этот эпизод в «Дон Кихота», Сервантес вот дает такой подтекст, комментарий, да, что вариант взять мальчика с собой исключается, потому что нам же подробно рассказали, как именно живет Дон Кихот, и что у него уже достаточно иждивенцев, да, что как бы еще один иждивенец вряд ли вариант. Да? И, соответственно, как бы для читателя того времени, да, понятно, что это как бы один из таких, ну, первых резких эпизодов столкновения вот этих фантазий Дон Кихота с реальностью, когда оказывается, что фантазии не совсем безобидны, да, что от них страдает не один Дон Кихот во все. То есть не безобидно, они уже понятно, да, он там с мельницами у нас посражался и так далее. Да. Но до сих пор страдал в основном сам Дон Кихот, да, ну или там, значит, он, если приносил на постоялом дворе, он же там бурдюки по, с вином, да, попротыкал, да, ну, он материальный ущерб приносил, да, как бы. Все-таки физически никто от него не страдал до сих пор, ну, вот, вот, вот так вот, да, как бы, от его благодеяния, неправильно говорят, от его благодеяния. Вот, и, соответственно, как бы, это не только, ну, вот, такое, как бы, резкое критическое суждение относительно, собственно, подвигов Дон Кихота, но и демонстрация того, что как бы, ну, вот, реальность и идеал несовместимы, да, что нет хорошего решения этой ситуации, да, нет другого решения, вот, нет варианта, который, ну, там, современному читателю напрашивается. И совсем другой контекст писан у нас «Каторжники», потому что вот как бы с того момента, как он говорит, что он не может судить, да, он нас встраивает в парадигму христианского идеала, да, и то, что он дальше делает, оно вполне соответствует христианскому идеалу. И вот там как бы происходит такой буквально взрыв смыслов, да, потому что с одной стороны, значит, добродетель сама себе награда, добродетель не должна просить воздаяния, да, и Дон Кихот нарушает этот принцип, когда он говорит «пойдите к Дульсинее», да, то есть он заслуживает, он не достает сам свой идеал, да, он как бы обратился к другому идеалу, и он не соответствует ему, да, поэтому наказание, в общем, в некотором смысле заслуженное, да. А с другой стороны, гораздо сильнее, значит, вот этот образ, и тоже для 17 века особенно значимый образ, подражание Христу, да, возьмите крест и идите за мной, да, вот, вот этот, эта идея. И в этой перспективе получается, что как бы реальность и идеал вдруг сливаются, не очень приятно для Дон Кихота, но значимо для читателя, да? То есть как бы он говорил об идеалах, о несоответствиях, о иллюзиях, идеалах, несоответствиях реальности и так далее, и так далее. И вот он говорит, что, ну, есть один идеал, да, который безусловен, который действует и в жизни, который абсолютен, да, вот идеал христианский. И, значит, вот, как бы не знаю, стало ли понятнее, что я имею в виду, когда я говорю о риторике текста, да, вот в ту эпоху. Потому что для читателя той эпохи это внятно. Это мы по, ну, по контексту, по эпохе видим, что читатель прекрасно считывает эти моменты. Так вот, вот, возвращаясь к эпизоду «Лосарильо», почему я выбрала в качестве, как бы, контрапункта к эпизоду с каторжниками именно его, он открывает еще вот ту перспективу, которая будет говорящей для последующих веков. Вот он открывает ту перспективу, в которой потом раз, век за веком романисты будут обращаться к Дон Кихоту.
А Сервантес, кроме того, что он как бы представляет вот эту вершину риторической эпохи, еще является, ну, как бы одной из вершинных фигур в жанровом мышлении эпохи. Вот это то, что тоже как бы, ну, одна из больших проблем современного литературоведения, вот эта проблема жанра. Да? Ну, как минимум, вы прочитаете у современных теоретиков, что жанр в разные эпохи понимался по-разному, да, как минимум. А если вы возьмете, значит, Женета, то вы увидите, что он там будет как бы вот пытаться, у него целая книга посвящена, собственно, этому, ну, метатекстом, как бы он это называет, разные уровни текста, но на самом деле он пытается именно вычленить вот эти уровни, как бы, из которых складывается вот это вот жанровое представление. Потому что, ну что такое жанр? Жанр – это трактовка литературного произведения как… А дальше вот, вот та проблема, которая, собственно, как бы так затрудняет наше современное восприятие жанра. Ну, как высказывание. Но для современности высказывание – это пространство грамматики, языка, синтагматики. И мы говорим о синтагматике художественного текста. И тем самым очень сужаем, вот в современном понимании, вот эта вот жанровая палитра очень сужается. Да? А для той эпохи, вот, собственно, о чем в частности Женет пишет, да, когда он выделяет разные, начиная с заглавия, да, что уже заглавие, сложно взаимодействуя со всем текстом, как бы, ну, несет в себе некое смысловое послание сразу, да, вот как бы, начиная с заглавия, мы начинаем читать не прямой текст, смысл слов, а, собственно, авторский текст, что хотел сказать автор, да. А, значит, вот для, соответственно, для тех эпох, да, высказывание, ну, как бы будет выстраиваться, ну вот риторически в частности, да, как бы один из пластов будет. А, будет очень важный пласт, связанный с такими скрытыми, почти эзотерическими значениями, да, там, значит, ну, пифагорейский счет Данте, да, когда там, значит, как бы, если возьмете Доброхотова, увидите, значит, книжечка о Данте, да, что, ну, разные числовые, как бы, и числовая символика, ну, такая прямая, третья строка, седьмая строка, девятая строка, и так далее, да, третья песня, седьмая песня, девятая песня, особо ударная, и так далее, да, то есть там, как бы, если вчитаться, вы видите те самые, ну, особо значимые идеи, выделенные автором идеи, ну, и более сложные исчисления, да, то есть, как бы, комментаторы бесконечно, да, считают, просчитывают дантовскую поэму, да, вот этот уровень может быть. Ну и, наконец, вот то, что работает, то, что как бы нащупывает возрождение, очень интенсивно развивает возрождение, это вот сложный такой комплекс, значит, риторического чтения и жанра, да, то есть как бы вот разные окраски текста, разные как бы источники, да, вот жанровые текстов, они начинают работать как значимые, как несущие с собой вот этот дополнительный смысл. Ну вот, как бы, вот Лосарилиус Тормоса, да, вот эта вот перспектива плутовского романа, она задает определенное чтение эпизода, да. А, значит, ну и тем более, значит, как бы понятно, что вот этот евангельский контекст, да, задает совершенно определенное чтение текста. Да? И точно так же, значит, вот простроено вот этими значимыми жанровыми красками, да, простроено все повествование Дон Кихота. Значит, Дон Кихот очень разнообразно, разными градациями там, своего поведения, своей речи, своих каких-то вот ожиданий, да, которые он там озвучивает, представляет рыцарский роман, да. Рыцарский роман, причем тоже как бы, ну, не просто как единый комплекс, потому что, собственно, у Сервантеса, как, ну, у романиста, большой счет к рыцарскому роману. Он считает, что жанр пришел в упадок, да, то есть он выделяет, если вы посмотрите, как он там обходится с рыцарскими романами, он выделяет там Адиса Гальского, это действительно, ну, не очень известное у нас произведение рыцарского жанра, да, но действительно гениальный роман, великий роман, испанский роман, да, там много очень интересного. А вот возрожденческие рыцарские романы он осуждает, потому что там
больше не демонстрируется становление рыцаря, вот, его как бы доказательство его личностной состоятельности, то, что так характерно для средневекового рыцарского романа, и то, что мы знаем по романам Кретена де Труа, допустим. Да? А там он с самого начала, он великий рыцарь, и он совершает подвиги, 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 подвиги. И опять подвиги, 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 подвиги. И как бы никто не сомневается, что он совершит подвиги, он их так в лед делает, да, значит, вот эти самые тысячами, вот эти забреды Дон Кихота про убиваемых тысячами, да, противников и так далее, это действительно, это не преувеличение, это не плод больного воображения, это вот действительно, вот до этого доходит рыцарский роман в эпоху Возрождения, да, то есть действительно происходит падение жанра. А, соответственно, как бы Дон Кихот представляет вот критику рыцарского романа, то есть он представляет и идеал рыцарский, и вот эти вот бредовость рыцарского романа возрожденческого, и возвращение к рыцарскому идеалу, и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть очень разнообразно, то есть как бы это нам, читателям 20 века, кажется, что ну он опять вот говорит и говорит, 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 да, а там на самом деле масса разных оттенков, масса разных авторских суждений, авторский богатый комментарий к тексту, да. Значит, контрапунктом Санчо, который говорят языком пословиц и представляет поговорок и пословиц, да, народных, и представляет фольклорный контекст, да, сказку. Потому что вот крестьянин и его осел – это один из любимых персонажей испанских сказок, и к тому времени, когда Дон Кихот пишется, перетекший в такую популярную культуру. Он в театре представлен, там, значит, как бы один из таких... ну, расхожих комических эпизодов, растиражированных испанским театром, это значит, как вот студенты обижают крестьянина, значит, вот крадут осла, отнимают осла, еще что-нибудь делают со ослом крестьянина, да, вот как бы это такой устойчивый эпизод, да, поэтому крестьянин и его осел для, ну, испанской публики того времени совершенно однозначная отсылка не к крестьянской жизни, да, а к фольклору, к сказке. И, собственно, речь Санчо поддерживает эту отсылку. Да? Далее, значит, и еще очень важный такой как бы смысловой вот этот пласт, это вот действительность, по которой Дон Кихот путешествует, это как бы пространство плутовского романа. Да, то есть это тоже, он не по нейтральной, когда мы говорим, что вот столкновение с реальностью, во-первых, мы грешим, потому что реальность слова 19 века, мы грешим против исторической вот этой самой как бы, ну, восприятия, да, то есть он по жизни, по действительности, как-то по-другому надо это называть, просто, ну, мы привыкли оперировать, да, понятием реальность, мы говорим о реальности. Значит, для Сервантеса это совсем не нейтральная жизнь, с которой он приходит в столкновение. Да? Он как бы комментирует не только поведение Дон Кихота, он комментирует и эту действительность. Действительность нехороша, совсем-совсем нехороша. Да? Это действительность, где все норовят обмануть друг друга, где никто особенно друг друга там не любят и не уважают, и так далее, да, то есть вот, ну, что такое вот пикареска, да, это рассказ о том, как, значит, плуты обманывают всех, потом попадаются, значит, с ними тоже не очень хорошо обходятся, потом они, значит, как-то собираются снова, да, и опять начинают обманывать, да, и так далее, так до бесконечности. И, наконец, как бы не все так безрадостно в мире Дон Кихота, да, значит, вот первая часть нам демонстрирует некоторое все-таки идеальное пространство, да, то есть вроде бы вот, ну, христианский идеал обозначен, как мощнейший центр, да, вот первого тома, и с другой стороны, ну, как бы и вот в этом самом, как бы мирском, да, светском уже пространстве он тоже видит идеал достойный, это идеал пасторальный, потому что если вы вспомните, там, значит, как бы вот эти вставные эпизоды пасторальные, да, вот там как-то странно вдруг вторгаются такие литературные пастухи, и вот там вот очень четко становится, если пока мы читаем, как Дон Кихот там хулиганит на постоялых дворах, мы можем не считать вот этот, ну, как бы жанр плутовского романа, мы можем правда поверить, что Сервантес вот так вот описывает действительность, да, того времени, то вот когда там вдруг вторгаются вот в этот самый, вроде бы, в действительный мир пастушки, и там начинается черт знает что совсем, да, такое совсем литературное черт знает что. Вот тут мы уже не можем не считать, что, как бы, считать, да, что Сервантес говорит нам, напоминает нам, что вообще-то мы книжку читаем, да, что вообще-то это роман,
да? Что это не рассказ про живую жизнь, да, это роман. Но и зачем ему это нужно? Что он там достигает? Там совершенно бесшовный происходит переход из мира, вот вроде бы описывающего столкновение Дон Кихота с жизнью, да, в мир чисто литературный, вот этот самый пасторальный, и вот там у всех все становится хорошо. Да? Вот там герои объясняются друг с другом, находят друг друга, разрешают там сложные свои противоречия, да, и находят счастье. А, соответственно, первая часть получается, с одной стороны, вроде как довольно оптимистично заканчивается, но с другой стороны, с изрядными оговорками. То есть вот это идеальное измерение есть, но оно все-таки, ну, мягко говоря, не к жизни относится, потому что, конечно, пастораль – это условный мир, да, это мир, где придворные играют в пастушков. То есть это точно изначально не мыслится как, ну, вариант для построения своей собственной жизни, да, это игра. Вот так заканчивается первая часть, да. Значит, вторая часть не буду длинно разбирать, а то мы точно не дойдем даже до Дон Хуана, не говоря уже о чем-то еще, о последующей судьбе. А, значит, во второй части два момента. Значит, с одной стороны, атмосфера резко сгущается, да, потому что, ну, по разным опять причинам, потому что, с одной стороны, значит, пока он писал вторую часть, ну, как их обозвать, недругами, врагами, конкурирующей группировкой, не знаю, в общем, короче говоря, вышел Дон Кихот Авильянеды. Ну, как бы традиционно, стабильно приписывается кругу Лопе де Вега. Там есть разночтение в том, кого считают как бы основным автором, ну, вроде как соглашаются с тем, что это коллективный плод коллективного творчества, да, ну и адресно направленный против Сервантеса, соответственно, как бы его такая довольно бурная реакция, она объяснима по двум, ну, как бы по двум направлениям на двух уровнях, потому что, с одной стороны, действительно, как бы ему поломали весь замысел, то есть, ну, в душ плюнули, да, потому что, как бы, ну, Дон Кихот Авильянеда, это вот такой характерный для эпохи, да, как раз эпоха-то, чем особенно интересен Сервантес в этом контексте, эпоха перестает мыслить жанрово, эпоха склоняется к риторике, оно и проще, да, как бы легче доносить свои идеи, да, вот напрямую, прямым иносказанием. А вот эти все сложные жанровые построения, да, вот плутовской роман, вот этот самый, вот все это играет между собой, вот мы должны это все считывать, это как эпоха перестает привлекать. И Дон Кихот Авильянеда, это, значит, вот как раз чисто комический персонаж, тиражирующий вот эти смешные похождения, линейные смешные похождения. Это с одной стороны. С другой стороны, текст содержит, ну, даже нами прочитываемые выпады в адрес лично Сервантеса, да, ну, а, видимо, он считывал больше, судя по, опять же, по интенсивности, остроте реакции. И, значит, да, и, соответственно, как бы, поскольку он уже писал вторую часть, он начинает переделывать вторую часть, опровергая Дон Кихота Авильянеда, что там все вранье. А поскольку Дон Кихот Авильянеда пишется в развитии первой части Дон Кихота, опровергая заодно и первую часть. Значит, причем делает это, ну, видимо, торопливо, эмоционально, поэтому там во второй части есть и прямые нестыковки, да, любимые исследователями, да, значит, предмет таких, как в обсуждении и так далее, да. И, значит, это, конечно, сгущает атмосферу второй части. Это работает на вот это новое, как бы, которое так и так присутствует во второй части, новое такое барочное видение мира, как мира иллюзий, да, и мира иллюзий и обмана, да, потому что оказывается, что в первой части все перепутано, все наврано, все было не так, так далее, да. И вот то, что там проброшено еще в первой части, да, этот самый недостоверный рассказчик, тоже безумно любимый, значит, ну, как бы, критиками 20 века персонаж, вот этот Сид Ахмед Бен Энхали, да, вот этот самый, как бы, еще к тому же и вот этот мусульманский контекст, да, ну, он все вместе совершенно замечательно играет. Во второй части это как бы усиливается, педалируется вот этот момент недостоверного рассказа, да, рассказа, который как бы которому нельзя верить. И начинается все с огромного эпизода вот у герцога и герцогини, да, при герцогском дворе, да, где как раз, значит, вот это вот все вместе, обман, иллюзорность и так далее, многократно усиливается. И
Значит, меняется позиция Дон Кихота, потому что он согласен следовать своим иллюзиям, но не чужим, да? Он не готов включиться в чужую игру, хотя, казалось бы, ему подыгрывают со всех сторон, да? А, значит, ну, сложно комментируется позиция Санчо, да, потому что Санчо таки становится губернатором, и там, с одной стороны, оказывается, что идея-то была не такая бредовая, как мы думали, да, оказывается, что он, в общем-то, губернатор-то неплохой, но он как раз не может соответствовать своему идеалу. Тут еще один мотив вводится, да, потому что вот если Дон Кихот как бы, ну, не соответствовал, потому что как бы он столкнул два идеала, да, вот там в эпизоде с каторжниками, то есть рыцарский идеал с Дульсинеей и идеал христианский, да, и выбрал не тот идеал, то Санчо просто не хватает мужества и силы духа, да, потому что когда значит, как бы ситуация-то начинает обостряться, да, и когда доходит до, так сказать, войны, да, вот тут Санчо решает, что нет, пожалуй, он погорячился, он, пожалуй, не будет губернатором, да. Да, можно было бы сказать, что это трезвая оценка своих возможностей, да, ну, как бы, но до этого-то все получалось, да, чего ж было не замахнуться дальше, да, то есть там есть такой дополнительный момент, ну, что иллюзии иллюзиями, да, вот, но идеал требует вот от человека тоже многого, да, не только как бы, ну, проблема заключается в том, что мы пытаемся втиснуть идеал в рамки, вот эти узкие рамки действительности, да, проблема может быть, что мы сами не совсем как бы удерживаемся на уровне своего идеала, да, и так далее, там как бы сложно развивается вторая часть, и финал, который не считывается современным читателем, да, потому что чем заканчивается Дон Кихот? Ну, значит, вот Дон Кихот... да, первая часть однозначно заканчивается полным крахом Дон Кихота, да, то есть она как бы с одной стороны дает нам вроде такой, ну, в общем, не такую пессимистическую оценку действительности, да, что вот как вот эти пасторальные персонажи и так далее, они как бы находят друг друга, все. А для Дон Кихота-то кончается все клеткой, да, возвращением домой, позорным возвращением домой, то есть... Там как бы вот в этом смысле вроде совершенно однозначно отрицательный как бы финал, да. А вот финал как бы второй части, который современному читателю тоже, в общем, видится как пессимистический, потому что вы помните, да, Дон Кихот разочаровывается и умирает. А в контексте эпохи это практически апофеоз, да? Это вот... Небеса раскрылись, там трубят ангелы, и Дон Кихот прям в телесном виде уходит туда, да, вот на небеса. Потому что, значит, как бы самое лучшее, что может произойти с человеком в мире, вот живущим в этом мире иллюзий, это прозрение, разочарование, прозрение. Но поскольку человек живет в мире иллюзий, он удержаться в этом состоянии долго не может, это мгновение, да, это вот нам бывает дано изредка и на мгновение, поэтому как бы вот ничего не может быть лучше, чем умереть в этот момент. Вот то, что происходит с Дон Кихотом, он как бы разочаровывается, переживает прозрение, успевает покаяться, да, собороваться и помереть. То есть вот лучше ничего быть не может. Да? Как бы Сервантес дарит своему герою такой абсолютный финал. Да? Причем это все-таки еще эпоха, опять-таки, это же риторическая эпоха, да, и это еще эпоха, когда очень действует вот это моральное структурирование литературного произведения. Вот когда нам говорят про мораль и литературу, мы в духе 19 века считаем, что мораль это когда в конце нам поясняется, как герой был неправ или прав, да, и что это плохо, и морализм, в общем, не должен быть в литературном произведении. А значит, поскольку, ну, там, начиная со средних веков, да, все, ну, теологи будут говорить о том, что как бы единственное оправдание для существования литературы – это вот ее моральная задача, да, моральные как бы цели, то понятно, что все серьезные жанры будут таким образом сориентированы. И такая постоянная работа в этом направлении будет сказываться в самом строении сюжета. То есть, если конец благополучный, это вам не хэппи-энд 19 века, который может быть механическим, может быть ироническим, да, как бы уже в 19 веке, в 20 веке вообще отдельный разговор, да.
Значит, в старой литературе положительный конец – это показатель того, что герой был прав. То есть вот получается, что вот он его вел, он нам рассказывал разные вещи про него, но в финале он говорит, что все-таки вот так, как шел Дон Кихот, ну это как минимум не самый худший вариант. Да? Не самый худший вариант. Вариант, который ведет вот к этому, к прозрению и примирению с Богом. Значит, это что касается Дон Кихота. Давайте сразу, значит, как бы, соответственно, что из этого дальше следует. Значит, роман произвел очень сильное впечатление сразу, ну, в Европе я имею в виду, не только в Испании. В Европе, значит, в Испании в самой 605 год первый том, 615 год второй том, 617 первое издание двух томов вместе. То есть, как бы, вот, сразу, да? А показатель того, насколько востребован текст, насколько он вызывает интерес. Да, ну и дальше пошло-поехало, да, там как бы изданий много было. Значит, в Европе раньше всех переводят французы, по-моему, еще до 20-го года они успевают перевести. Очень интригующая ситуация, значит, в Англии, потому что там есть такая вещь, как, значит, комедия Бомонта и Флетчера «Рыцарь пламенеющего пестика», где-то там начало 20-х годов. Которую, ну, невозможно не прочитать как реплику на Дон Хуана, причем на Дон Кихота, причем самую гениальную реплику в контексте эпохи, потому что, ну, такая вот фантасмагория, очень веселая, очень легкая, с другой стороны, вот иллюзии и реальности, все так, да, конечно, без вот этого морального, как бы, моральной нагрузки и проблемности Дон Кихота, но... Никто больше до этого не допрыгивал. Все остальные подражания той эпохи трактуют Дон Кихота как смешного, комического чудака, да, который делает глупости, который, значит, вот, чудачит, который сошел с ума и так далее, Да, по всей Европе так. Да, поэтому «Рыцарь пламенеющего пестика» – это что-то такое совершенно замечательное. Проблема только в одном. Вроде бы, там, скажем так, через какое-то время выходит пересказ, не перевод, а пересказ такой Дон Кихота на английском языке. И известно, что в тот момент, вот когда, что, собственно, он был заказан человеку, способному ему создать, до «Рыцаря пламенеющего пестика», и примерно тот же круг, не совсем один круг, если бы был прямой знакомый, ну, счастье было бы полное, да, мы бы так и говорили, что вот-вот-вот-вот, мы точно знаем, да, хотя ничего не знаем. А там вот-вот-вот эта дразнящая неоднозначность, да, с одной стороны, можно просчитать, через кого Боман с Флетчером могли бы познакомиться вот с этим самым изложением, да, а с другой стороны, ну, как бы понятно, что это все-таки уже совсем не научный ход, да, и поэтому вот есть вот эта дразнящая, да, как бы, ситуация неоднозначности, потому что вроде, ну, откуда еще они могли такое придумать, да, а прямых доказательств у нас нет. В течение там века будет несколько, еще 17 века, несколько переводов, несколько французских, несколько английских. В Германии, значит, вот тут... Главная часть, ну, то, что вы не узнаете, как иллюстрации Доре, да, то, что Доре, я думаю, вы узнаете, да, как бы, ну вот, вот это вот Доре, да. А то, что вы не опознаете как Доре, это как раз иллюстрации 17 века. Потому что тоже интересно, что его сразу, сейчас вот это как бы я пытаюсь перетечь к следующей теме. Интересно, что он сразу начинает очень как бы интенсивно иллюстрироваться. Иллюстрированные там два подряд издания именно немецкие, 48-й год и 57-й, что ли, так примерно год, да, 48-й краткий пересказ, но уже иллюстрированный, да, а, значит, 57-й полный уже перевод романа, значит, 17-й век, это у нас для Германии, на минуточку, время 30-летней войны, когда, казалось бы, ну, не совсем до Дон Кихота должно быть, да, тем не менее, два издания вот подряд, да, в середине века. Ну и потом еще. Сейчас скажу, вот это, да, вот эти, вот эта серия иллюстраций идет. Это как раз тоже, ну, там нет уверенности, потому что там как бы вот вокруг вот с издания 50-х годов немецкого мы знаем эти иллюстрации, вот эти, как бы, которые сейчас идут, да. Не совсем понятно,
кто делал, да, откуда они, точно ли это первое издание, где они появляются, потому что дальше они начинают тиражироваться по всей Европе, вот в ту эпоху, вот как бы самые удачные как бы иллюстрации, да, которые будут потом воспроизводиться сейчас как бы в разных изданиях, да, по всем этим самым, по всей Европе. При этом, да, ну вроде бы вот роман сразу взялся, роман сразу произвел впечатление, но уже даже в переводах, значит, там как бы текстологи говорят нам, да, видно, что видны проблемы, да, да, и параллельно сразу же начинаются, вот почему так интересен рыцарь пламенеющего пестика, вот он, Дон Кихот в клетке, да. Значит, рыцарь пламенеющего пестика почему так интересен, потому что, как бы, в остальном подражания тоже появляются сразу, да, очень рано, но подражания, которые как раз вот педалируют комическую линию. И до такой степени, что во Франции к середине века предпочитают Дон Кихота Авильянеды. Потому что, ну, там он комический, там он совершенно одномерный, там он более соответствует, кстати, классицистическому идеалу в этом отношении. Это Дали, да, это вот Дон Кихот Дали. Он больше соответствует классицистическому идеалу, они всерьез говорят о том, что Авильянеда гораздо лучше писатель, чем Сервантес. Сейчас, подождите, я отвлекаюсь, не надо отвлекаться, сами смотрите на слайды, я не буду отвлекаться больше на них. Сейчас поймаю мысль. Да, значит, подробно, вот, когда, наконец, выйдет сервантесовский номер «Вестника», там Наталья Тигранна Пахсарьян делала как раз большой доклад вот, о переводах французских, о подражаниях французских, о вот этом самом предпочтении Авильянеды, да, и только где-то в 18 веке, как бы, они начинают склоняться к Дон Кихоту. Собственно, как бы в английском контексте, про немецкий не скажу, да, потому что я как бы не германист. Вот, а в английском контексте тоже характерный момент, что как бы, ну, Филдинг, пожалуй, в начале 18 века будет первым, кто, собственно, как бы вот будет мечтать о объемности Дон Кихота. Да? Он, значит, первый раз обращается к Дон Кихоту в пьесе ранней, которую он не закончил. Но это буквально одно из первых его литературных произведений. Да? Он начинает писать, и там как бы цель ставит вот создать английского Дон Кихота, на этом все-таки это все и затыкается, да, тут, ну, не придумал он как, да, но сама постановка вопроса, да, сразу, что он не, как бы не использует вот этот, ну, комические возможности образа, а он пытается найти вот коррелят, да, выйти к английской действительности. Ну и потом, на самом деле, все романы, да, Филдинга содержат какие-то реплики, какие-то вот отсылки, какие-то как бы аллюзии на Дон Кихота. Напрямую, полностью, вот эту попытку, вот эту идею, мечту, да, сделать английского Дон Кихота он предпринимает в Джозефе Эндрюсе. Да, и там, кстати, ну, понятно, что поскольку, значит, как бы литература уже пишется совсем по-другому, то вот этой вот сложности, полифоничности, многоуровневости сервантесовского романа он не достигает, но он как бы придумывает, как сделать. Он делает несколько персонажей, отсылающих Дон Кихоту, то есть вот Джозеф Эндрюс, который как бы английский Дон Кихот, и другие персонажи, комментирующие его, вот иные Дон Кихоты, да, которые как бы, ну, придают объемность и проблемность образу Джозефа Эндрюса, да. Соответственно, вот то, что я сказала, да, что дальше литература будет, там, романтики увидят вот Дон Кихота как бы такого, ну, философского и однозначно положительного, да, там, значит, 19 век будет думать по-разному дальше, да, все сложнее и сложнее, и так далее, да. Значит, в Испании в самой, ну, там, в начале 20 века просто все великие напишут что-нибудь о Дон Кихоте, да, и будут трактовать там, значит, как бы, ну, все, естественно, как такое высшее и самое глубокое выражение испанского духа, ну и в зависимости от своего как бы направления, своего взгляда на современную испанскую действительность, либо как, значит, ну, там, Унамуно, да, как вот
наглядная демонстрация корня всех наших проблем, потому что мы Дон Кихоты, ну и, соответственно, не можем выстроить жизнь такую, как бы, ну, практическую, да. Вот. Ну и, значит, там, допустим, Ортега будет гораздо положительнее трактовать, да, вот, как бы, в духе его любимой, значит, духовной элитарности, да, значит, как бы Дон Кихота, да. Соответственно, давайте про Дон Хуана, что ли, или как бы бог с ним, с Дон Хуаном, поговорим про Дон Кихота, как скажете. А? А, нет, просто потому что что там по времени, я уже чувствую, что я уже заговариваюсь, как обычно, что я уже явно как бы перебрала то, что надо было на Дон Кихота. Значит, сейчас я все-таки время возьму, чтобы не видеть. Ну да, вот смотрите. Так, нет, давайте, значит, так, все-таки договорю. То, что я хотела сказать с Дон Кихотом, давайте, а то так вот эти картинки идут, а зачем я их столько набрала, это... Как вам сказать, вот капля, потому что вот как раз есть большой архив, ну, в Америке делается архив, ну, там как бы огромный вообще сервантовский архив, все, что когда-либо писалось, издавалось, потрясающая библиография, и архив вот они сделали вот этих самых разных изданий, ну, и всех иллюстраций. И, ну, вы не представляете, то есть я взяла, ну, понятно, я взяла Даре, потому что, ну, вот Даре мы все как бы знаем, да, 300 что-то под 400, по-моему, у него там этих самых иллюстраций. Потому что тоже мы все знаем, что да, Даре, но что это около 400, там под 400, по-моему, их там точно больше 350, ближе к 400, по-моему, это он сделал, да. И кроме вот тех самых знаменитых, ну вот я несколько выбрал, да, которые мы опознаем, ну там такой мир, да, вот, как сказать, частично именно мир фантазии Даре, а не Дон Кихота, да, потому что он, конечно, потрясающе вот это все как бы разрабатывает, да, и тут визуальный образ совершенно фантастический. И, а дальше вот то, что потрясает, это количество иных иллюстраций существовавших, не столь успешных. Вот я выбрала вот эти самые иллюстрации 17 века, там и не все, потому что там еще... как минимум два иллюстратора есть, просто вот я взяла самые известные, да, ну, самые, вернее, как бы популярные тогда и самые первые, да, то есть вот 48-й год, вот этот вот Франциспис, он потом и весь 17-й, и 18-й век он работал, он как бы воспроизводился, да, вот этот образ Санчо и Дон Кихота очень долго был таким как бы каноническим, да, до Доре. И потом каждый век, в 19 веке на самом деле там много иллюстраторов, да. Значит, если английскими буквами наберете иконография Дон Кихота, вы найдете этот архив, ну а дальше там как бы надо тыкать в эти самые, в картинки, даже если по-английски не читаете, значит, вот тыкайте в этот самый... изображение книжки, да, вот в начале, и вам выскакивает, какие иллюстрации к этому названию есть, вот можете насладиться, потому что, ну, впечатление потрясающее. И, значит, там не буду прогонять сейчас списки, потому что сейчас вы займетесь чтением списков, да, как бы парное к этому, значит, как бы список, да, потому что вот это, кстати, самый большой список именно в российской Википедии. Огромный список кинематографических решений на самом деле. Мы-то знаем ровно вот там «Человек из Ла-Манчи» и нашу экранизацию, да, и как бы, ну, и убеждены, что, ну, примерно и все. Безумное количество экранизаций, да, существует там, ну, как бы не только полных экранизаций романа, там, частичных, вариаций на тему, так далее. То есть вот что интересно с Дон Кихотом, Через всю историю, это вот импульс, который он дает к визуализации, да, к вот этому созданию визуального ряда, да, потому что иллюстрации, вот еще раз призываю, не поленитесь, гляньтесь, потому что, ну просто целый мир там, как бы, такой вот, постепенно, дары вершины, безусловно, да, но вот постепенно, как это выстраивается, как мы подходим к вот этому привычному нам образу дары. И с другой стороны, как бы вот если сунуться, попытаться найти, а вот Дон Хуан, ну, будет какой, да, конечно, постановок, вы увидите, ну, огромный перечень постановок, ну, да, там фильмография тоже будет, да, тоже с вариациями, но к
канонического образа Дон Хуана не будет. Да? Нет такого образа. Вот визуализации, да, вот как должен был выглядеть Дон Хуан, особенно по отношению к предыдущим эпохам, нет. Он, если хотите, герой без лица, да. А, значит, и вот тут вот, значит, как мне кажется, и заключается вот то, о чем я хотела говорить, вот то, чего я начала, что они являются как бы инструментом для чтения эпохи. Механизмы вот этого чтения будут принципиально разные, потому что, значит, Дон Кихот, вот откуда вот это вот как бы богатство, почему вот это богатство изобразительного ряда возникает, да? В силу того, как он написан Сервантесом, потому что, конечно, ну, я педалировала вам эту риторическую, как бы, ну, риторическое построение, но, конечно, отчасти за счет того, что это действительно вершина риторической эпохи, и автор очень много может вот этими риторическими средствами, отчасти потому, что вот за счет вот этого потрясающего жанрового мышления Сервантеса, наверное, ну, как бы, мне, конечно, как испанисту хочется сказать, что вообще вершина жанрового мышления эпохи, да, ну, может быть, кто-то и не согласится из там специалистов по другим литературам, но думаю, что он будет неправ. Вот, значит, отчасти поэтому, отчасти просто потому, что действительно он очень много себя вкладывает в этот образ, да, он создает образ, как бы, выходящий за рамки вот этого вот рассудочно прочитываемого, да, как бы вот этого набора. То есть, получается, он создает совершенно, он создает образ уникальной индивидуальности, да, и силы этой индивидуальности. Причем вот парадокс в том, что, честное слово, вот если взять по эпизодам, мы можем расписать вот все, что делает Дон Кихот, он делает, а потому что, да, а вот это нужно для этого, а вот это для этого, а это говорит о том-то, а это говорит о том-то. И это как раз очень важно, потому что, ну, когда мы читаем про литературу риторической эпохи, нам трудно отделаться от того, что, от ощущения, что она обязательно рассудочная, она обязательно вот такая как бы условная, герой получается необъемный и так далее. Ну вот, пожалуйста, вот Дон Кихот, вот он весь прочитывается, но он объемный, он абсолютно уникальный. И Сервантес, ну, в силу и своей гениальности, вот того, что он на вершине, и того, что он Сервантес, да, и того, что он пишет про себя тоже, там как бы отдельный предмет обсуждения для критиков, это смех Дон Кихота, потому что он же, с одной стороны, очень жестокий смех. На самом деле, это, кстати, усиливает перевод, потому что еще одна черта испанского текста, он безумно обаятелен, то есть вот вы начинаете читать, и вам довольно быстро становится плевать на то, про что он рассказывает, потому что это так красиво, это так вкусно, это так душевно читается, да, что вот вы просто, вы тонете в этом тексте, да, вы как бы погружаетесь в этот текст, поэтому, когда сейчас испанцы уверяют, что в Испании Дон Кихота не читают, я считаю, что врут. Вот, потому что не может быть, чтобы если в школе просто... Вот это тот случай, когда если в школе вообще заставили открыть Дон Кихота, невозможно поверить, что человек его не прочитал потом, да, вот что ему не понравилось, да. А в переводе, конечно, не потому что перевод плохой, а потому что, ну и как вы это сделаете, да, либо вы жертвуете содержанием, либо если вы все-таки стараетесь максимально передать смысл, да, то понятно, что вы не можете полностью вложиться вот в эту красоту текста, да. И, соответственно, в текст перевод выводят на первый план вот эту жестокость смеха, да, потому что, ну, вот те, кто читали в детстве Дон Кихота, вспомните вот это первое ощущение, что, конечно, смешно, но при этом немножко стыдно, что смешно, да, потому что, ну, как-то, вот там грешно смеяться над убогим до того, что, в общем-то, ну, он же хороший, да, ну, нехорошо, ну, с ним так плохо обходится, но он-то хороший, да, вот это детское наивное восприятие, да. И вот как бы специалисты нам говорят, что да, ну там, анализируя, доказывая, подтверждая, что да, что это одна сторона смеха, которую он сознательно задействует. Он заставляет читателя смеяться и стыдиться своего смеха. И вторая сторона, да, он включает там достаточное число своих автобиографических моментов и достаточно индивидуально пишет Дон Кихота, чтобы заставить читателя еще понять, что когда он смеется над Дон Кихотом, он и над собой смеется там местами, да. Не там, где самые экстравагантные дикие поступки, да, а там, где более узнаваемые, более вот такие человечные, да, возникают смешные моменты, да, читатель как бы понимает, что, ну, Сервантес включает себя, и
и читателя, да, вот в этот контекст. И, соответственно, это, конечно, тоже дополнительное, это отдельное мой конек, да, моя любимая тема, это вот как эпоха индивидуализирует персонажа, но этим я вас мучить не буду. Вот, но вот Дон Кихот в этом ряду совершенно уникальная фигура, он достигает абсолютной вот этого ощущения индивидуальности, живости, человечности и так далее, он вот живой, нелогичный, не иррациональный, да, он выходит за рамки своей эпохи, того, как видит эпоха индивидуальность, да, то есть как бы читатель 20 века тоже вполне видит Дон Кихота как живого, да, вот как человека. И, соответственно, значит, как бы вот это ключ, которым служит Дон Кихот к постижению реальности, это ключ, значит, как бы фигуральный, как это называет Ауэрбах, значит, то есть, значит, фигура, говорит он восстанавливает это понятие, понятие античное, понятное дело, как бы по самому слову видно, фигура, он говорит, это как бы исторический персонаж, наделенный вот каким-то, ну вот, иносказательным, аллегорическим наполнением. Ну, там, в русской традиции Иван Грозный и Петр I очень удобны для иллюстрации, потому что понятно, что оба могут служить как вот олицетворение тирана. Но понятно, что при этом, если мы говорим Иван Грозный и Петр I, мы имеем в виду разные вещи, мы их не спутаем. Хотя, да, мы можем трактовать обоих как тиранов, но даже в этой функции, даже если мы сводим к этому, да, это будет о разном, да. Так вот, вот, фантастика того, что сделал Сервантес, что он встроил Дон Кихота в эту среду. То есть он написал такого Дон Кихота, который читается, вот он визуальный ряд нам в частности говорит об этом, фильмография нам говорит об этом, то, как делались фильмы о Дон Кихоте, говорят нам об этом, да? Что Дон Кихот у нас начинает работать как живой человек, как вот этот вот исторический персонаж, да, который как бы вот олицетворил очень важное качество, да, человеческое. То есть он вот теми средствами, которыми, опять же, что интересно, что теми средствами, которыми это вроде бы не должно было получиться, мы бы, ну, как бы поверили, что вот в 19 веке, да, там, значит, писатель написал такого персонажа, да, а вот в 17 веке, да, вот как бы, вот оно не должно было так получиться, вот в этом как бы дополнительная уникальность текста. Ну, и, видимо, время... А, нет, смотрите, 20 минут, но у нас есть. Ну, можем немножко задержаться, по-моему, потому что следующее 15:30, нет. Не знаю, или 15:00. Ну, неважно, ладно. А, ну вот, тогда мы даже немножко можем. Так вот, и контрапунктом Дон Хуан, потому что Дон Хуан – это, безусловно, вот один из двух мифов. Это второе великое достижение этого самого 17 века, 16-17 века, да? Ну, 15-17. Потому что как бы Фауст это 15 век все-таки, вот изначальный текст. Но, конечно, все равно как бы вот тем, что это как бы миф, и что он может работать как миф, да, и что он как бы, что там выражено что-то такое очень базовое, очень важное для современного мира и для современного человека, все-таки вот все это как бы начинает осознаваться в конце 16 века, вот примерно с Марло, да, с Фаустуса Марло, доктора Фаустуса Марло начинает осознаваться вот этот потенциал текста, ну и там как бы просто мы не очень знаем историю Фауста до Гёте, да, но в 17 веке тоже вот эти самые, как бы, там просто разный путь. Дон Хуан стереотипизируется комедией дель арте, а Фауст театром марионеток, это тоже такое отдельное дразнящее явление 17 века, вот этот вот вертепный театр, да, вот эти маленькие вот эти коробки, где разыгрывали представления. Дон Кихот тоже был очень популярным персонажем, да, там двухчастная пьеса была про Дон Кихота в Испании. Вот, и Фауст, да, и Гёте, кстати, говорил, что он первый раз увидел Фауста в детстве именно вот в этом кукольном театре, вот в вертепном театре. И, соответственно, как бы, вот вроде вот это низовое, популярное, вроде совсем как бы не такое, ну, невысокое искусство, да, оно как раз, как бы, через него постепенно становится понятно, что вот Фауст это... один из мифов, один из двух мифов, который дает эта эпоха, да, вот Дон Хуан и Фауст. Но нас интересует Дон Хуан. Значит, безусловно, как бы, там, нет, еще немножко поговорю, посравниваю с Фаустом,
Потому что как раз как бы сравнение с Фаустом дает понимание того, насколько Дон Хуан, там Дон Жуан, как нам привычнее, уникален, да, и опять же, как бы, насколько уникален Тирса, который создал Дон Жуана, потому что, значит, как бы Фауст вписывается в огромную традицию вот этой самой литературы о сговоре с дьяволом. И схема, вот этот, собственно, миф, это что такое? Это развертывание в сюжет, ну, некоторые там идеи, образы и так далее, да? Обязательно есть сюжетность, обязательно есть вот этот рассказ, да? Миф – это не фигура, это эмблема, да? А миф – это вот этот рассказ, в котором раскрывается, ну, и что уж раскрывается, да? Так вот, главная составляющая мифа, они не в Фаусте складываются, они уже все есть в легенде о блаженном Киприане, которую отыгрывает Кальдерон, кстати, в 17 веке. У него есть пьеса «Маг-чудодей». По-моему, перевели, как, вот пьесу перевели, это как бы традиционное название, так переводили название, да, с начала 20 века, а пьесу, по-моему, перевели «Волшебный маг», что, согласитесь, хуже, чем «Маг-чудодей», да. Вот. А значит, вот эти парадигмы, не только он просто, ну вот, например, да, значит, вот герой не просто жаждет, и, значит, вспоминаем параллельно Фауста, потому что параллель полная, герой не просто жаждет власти, жаждет знания, он жаждет власти над миром. Потому что знание ему нужно для власти над миром. Та же самая модель будет в более позднем, тем самой поздней легенде о големе, да, потому что легенда о големе – это всего-навсего 18 век. Нам кажется, что это вообще всегда, да, голем – это что-то такое. Нет, это 18 век. Вот, то же самое, там, значит, да, тоже вот это абсолютное знание, но зачем? Ради власти, да, в этом проблема героя. Проблема не в том, как там, значит, в советских трактовках Фауста, значит, что вот средневековое мышление, оно осуждает знание. Не знание, а знание, направленное на власть над миром. Там как бы есть вторая составляющая. И дальше вот очень показательный момент, значит, как бы вот Киприан, вот, ну, как бы он учился, значит, обретал это знание, а потом, да, он влюбляется. Она, не вспомню я имени, она святая тоже, да, христианская святая, да, раннехристианская святая. Значит, ну, а поскольку она посвятила себя служению Богу, она, конечно, не отвечает ему взаимностью. И вот тут-то и случается у него кризис. Он понимает, что все его знание не даст ему любви женщины. И он идет на сговор с дьяволом. И одно из условий сговора, что и женщину мне. Дьявол обещает. А обещает там, как бы, особенно в 17 веке, очень тонко это сделано, потому что дьявол не может врать человеку. Тридентский собор решил, что, значит, как бы, дьявол не может обмануть и не может воздействовать напрямую на душу. Это, как вы понимаете, для того, чтобы народ не ходил, не говорил, бес попутал, я не виноват, да? Нет, все, всякий грех – это сознательное решение, да, это твое решение, это никакой не бес и ничего, это ты так. Да? И там, значит, вот в этой легенде о Киприане очень тонко как бы формулируется, как дьявол соглашается, потому что он на самом деле ничего не обещает, ну как бы и не возражает, да, а Киприан понимает так, что ему все обещали. Ну и дальше, значит, как бы в какой-то момент он говорит, ну и, да, а дьявол же не может как бы даму-то ему предоставить. Ну и вот, собственно, любимый эпизод испанского театра про сговор с дьяволом, значит, появляется, значит, как бы вот якобы дама, фигура под покрывалом, когда покрывала срывается, там скелет, смерть пришла. Ну и, значит, поскольку это католический контекст, то, значит, как бы, ну, собственно, ну и легенда о блаженном, он же блаженный Киприан, да, она как раз вот заключается в том, что вот тут-то он как бы осознал, раскаялся и, соответственно, спасся, да, и дальше как бы искупил свою вину. Так вот, вот чем показательна эта легенда, потому что смотрите, как она встраивает эпизод с Маргаритой. Совсем по-другому встраивает эпизод с Маргаритой, да? И с другой стороны, вот это тот ключ, который говорит нам, почему мифом не стал блаженный Киприан, а стал Фауст. Потому что вот это как бы... То есть Киприан нам объясняет, откуда берется Маргарита, да? Потому что, ну, 100% изначально вот этот автор народной книги о докторе Фаусте уж легенду о блаженном Киприане точно знал.
там кроме блаженного Киприана еще целая вереница святых и не очень, да, которые как бы в христианском контексте вот эту тему разрабатывают, да. И вот это маленький сдвиг, который он делает в Фаусте, да, то, что Маргарита как бы не изначально в пакет входит, да, что он как бы не для этого заключает сговор, да, а потом возникает. Вот она дает возможность для вот этой сложной объемности, да, ну как бы устремление и падение и так далее, и низость человека, и все вместе, да, вот когда там как бы как, то, что в Фаусте так потрясающе играет, так потрясающе работает, да. Вот. Так вот, вот это значит, как бы, это было отступление для того, чтобы вы заценили еще больше, насколько гениален был Тирса. Потому что Тирса однозначно, ну там, правда, есть разночтения, потому что пьеса «Сомнительные атрибуции», пьеса первый раз была издана ранее, вот дразнящий тоже факт, издана раннее издание под другой фамилией, под фамилией другого драматурга, а как бы логично предположить, что ну первое это точно, а потом под именем более известного драматурга, да, но, ну, в общем, все-таки как бы, поскольку так решено, что Тирса там главный доктринер 17 века, он ну, монах был, и что по части как бы вот религиозной проблематики, теологической проблематики, он там главный, то, в общем, ну, кроме того, что все всегда отмечают, что ну вот первое издание, это совсем по другой фамилии, все-таки, ну, вроде как никто не спорит, что автор Тирса, поэтому мы так и будем придерживаться, что автор Тирса. Так вот, вот этот текст, этот сюжет, эту последовательность Тирса собрал сам. Значит, в чем примечательность? В том, что, в принципе, эпоха еще не очень оперирует. Значит, Дон Кихот с Сервантесом оставляем за скобками, он у нас гений, да? А эпоха-то, в общем-то, как бы особенно в сфере театра, особенно в сфере вот этого популярного искусства, театр как бы считается, театр 17 века, испанский театр 17 века считается одним из первых образцов популярного искусства. Эпоха не очень оперирует оригинальными сюжетами. Эпоха обычно, драматурги той эпохи обычно, ну, как бы откуда-то заимствуют. Там либо новеллу берут, либо там легенду берут, либо что-то, да, ну и там дальше вышивают по этой канве, да. Вот для того, чтобы вы поняли, до какой степени сюжет Тирса оригинальный, значит, специалисты, да, потому что там очень мешает этот самый Дон Хуан Тенорио, про которого нам занудно рассказывают, что был такой персонаж, но от него только имя. От него только имя и то, что он действительно был, значит, это самое, как бы любителем женского пола, да, и плохо кончил. А так вообще, как бы считается, первоисточником считается романс, ну, баллада, да, испанская, о повесе, который возвращался, значит, поздно ночью или даже уже под утро с пирушки, увидел на дороге череп, пнул его ногой и пригласил его на ужин. Ну, а дальше череп пришел на ужин. Ну, и там два варианта после этого. По одному варианту повес, тут повес опамятовал, раскаялся и спасся. И по другому варианту он, значит, так и продолжал в том же духе. Ну, то есть, вот как бы пригласил и так далее, и погубил душу, да. А все. И вот на основе этого Тирса делает свой сюжет, да. То есть, он собирает сюжет. Он делает вот этот сюжет, который превратился в миф, да. Значит, дальше делает он вполне риторически, более риторически, вот как бы опять же, почему вон вам вагон картинок и совсем нет картинок с изображением Дон Жуана, потому что вот он-то как раз за рамки риторического построения совсем не выходит, да, потому что он что делает? Он делает две пары дам, значит, две аристократки, две крестьянки, да, значит, всех их Дон Жуан обманывает, да, то есть она обманом добивается своего, значит, соблазняет, и это принципиальный момент, да, значит, и как бы его вот эта, ну, вина, она идет по нарастающей, потому что Изабелла пыталась поймать, значит, своего возлюбленного, вынудить его к женитьбе, чем воспользовался Дон Хуан, потому что она в темноте, значит, открыла дверь, ну, он и вошел. Значит, это первая дама, да, значит, Тисбея чувствует, что, значит, она рыбачка, да, она чувствует, что достойного ее человека вокруг нее нет среди этих рыбаков, да, она гораздо лучше, это как бы любимый мотив вот
греховности женщин. Женщина не должна зарываться, женщина должна знать свое место в 17 веке, да, в Испании. А, значит, ну и, соответственно, он ей обещает, там он, во-первых, значит, как бы демонстрирует, как, ах, что он влюбился, просто сразу сражен наповал ее красотой, и обещает ей жениться. Опять же, сама виновата. Дальше вот этот самый замечательный эпизод с Доней Анной, потому что там-то он обманывает вовсе не ее, а приятеля молодости, с которым они шалили в молодости. Про приятеля там тоже как бы специалисты любят рассуждать, что да, с приятелем, значит, объясняют, что вот отец не разрешает жениться, командор, собственно, да, но вот он хочет с ней бежать, но дальше нигде не сказано, что он собирается жениться, там как-то вот насчет побега-то там достаточно отчетливо, значит, вспоминаем Лопе де Вего, или не вспоминаем Лопе де Вего. Один из подвигов юности Лопе де Веги, значит, он в юности совсем в разнос шел, да, значит, ну и там, как бы после дуэли с человеком, который был, ну, Лопе-то у нас очень относительный дворянин, да, отец был золотошвей, который купил вот какое-то дворянское достоинство, да. Ну и он там, дуэль была с человеком, который все-таки был более отчетливо аристократического происхождения, соответственно, как бы пострадать за это дело должен был Лопе, ну, его изгнали из Мадрида, ну, а он как бы, поскольку, ну, как-то грустно и обидно ехать одному, сманил девушку с собой на минуточку, да, уговорил на побег, не спер, уговорил на побег, и девушка была аристократического вполне, то есть, ну, дворянского и получше происхождения, пришлось жениться. Вот, значит, к вопросу, просто чтобы, как бы, к вопросу о маркизе, о побеге и так далее, что побег все-таки это совсем-совсем не то, да, это не романтическая вам эпоха, да, это как бы... Если бежит не девица в монастырь, да, чтобы уйти в монахини, то это явно не стоит делать, не следует делать, да, то есть там как бы есть такой мотив, что Мота изначально не прав, да. Вот, а вот как раз Анна, она-то как раз, видимо, это самое, всей девичьей непосредственности считала, что она бежит жениться, потому что, ну, замуж выходить, потому что она-то как раз единственная опознала Дон Хуана, да, и более того, крик подняла. И вот тут Дон Хуан пытается ее силой увести, да, и дальше убивает отца. То есть вот как бы мы переходим определенный предел. И этот предел замечательно обозначен в пьесе. Зачем я вам про даму под покрывалом говорила? Донья Анна ни разу не появляется в пьесе. Она остается за кадром. Вот в финале, когда все приходят жаловаться королю, приходит Мота, не приходит Донья Анна. И, соответственно, тоже специалисты говорят о том, что вот она, фигура под покрывалом, фигура смерти. Что вот в этот момент Дон Хуан переходит предел, да, то есть как бы, если да, потому что ему там все время, в течение всей пьесы говорят, что как бы заигрываешься, ответить придется. А он говорит, ну там, успею покаяться, да, когда долгий срок вы мне даете, да, там, значит, когда это еще будет, там, он молодой же, успеет покаяться. И вот как бы вот тут вот с точки зрения специалистов обозначен момент, когда все, вот игры кончились, да. Ну, дальше он как бы, он у нас опять бежит, он у нас опять, значит, как бы на крестьянский праздник попадает, только на этот раз это свадьба, и он уводит невесту из-под венца. То есть он разрушает еще и таинство, да, и следующий шаг. Ну и последний шаг, это оскорбление могилы, оскорбление покойника, когда он зовет командора на ужин, да. Вот. И там как раз, собственно, вот второе как бы, ну, или не второе, а главная находка Тирса, главная идея Тирса, да, когда вот этот самый каменный гость возникает, вот эта статуя. Значит, особенно потрясающе этот персонаж выглядит в контексте испанского театра, потому что испанский театр, ну, вот первой половины века, в период расцвета, первой половины 17 века, в период своего расцвета, он, конечно... очень мистично, очень любит как бы сверхъестественных персонажей, только это всегда ангелы, ну или дьявол, ну и пастушки, которые тоже явственно аллегорически отсылают нас к совершенно определенному контексту. Правда, вот с пастушками сложнее, пастушок может быть как ангелом, так и дьяволом, да, то есть как бы дьявол, вот этот образ дьявол может принять и обмануть, значит, этого самого человека, который хочет обманываться, да, опять же, там всегда будет вот
человек хочет обманываться. То есть генерация, так сказать, пастушка, она не очевидна, это постепенно по ходу действия. Почему подчеркиваю? Потому что как бы вот тут вот, ну, хотя бы зацепка, откуда, ну, как вообще пришло в голову с этим самым статуем, да, вот, играть, да, потому что, в принципе, в конце века там появились самые разные колдуны и колдуни, да, но вот в этот период это еще абсолютно ни в коем случае нельзя, потому что вот этот весь магизм дьявольский, да, не может быть на сцене. Это все должно быть совершенно ясно там, ну, догматически, теологически, на что мы намекаем и что мы выводим. Соответственно, вот этот самый, вот этот каменный гость, да, он, конечно, ну, едва ли не важнее, чем Дон Хуан. Это как минимум парная фигура, которая, собственно, делает вот этот сюжет мифом, да, превращает в миф вот эту потрясающую деталь, которая запоминается, которая как бы вот волнует воображение. И, значит, почему он у Тирса возникает? А вот по той причине, что, значит, дьявол не может обманывать, да, человека, не может напрямую воздействовать. Значит, помимо того, что тому самому Дон Жуану все время говорят, что, значит, как бы смотри, да, как бы заиграешься, вторую вещь, которая как бы там проходит через всю пьесу, это идея того, что вот по грехам воздаяние. А Дон Жуан нас соблазнял и обманывал. И, соответственно, понятно, что ни небесные силы не могут соблазнить и обмануть, ни дьявол не может напрямую соблазнить и обмануть. Потому что, ну, вот Тридентский собор был до того, да, и утвердил. А у Тирса все нормально с догматикой, да, он не путается. Потому что там другие драматурги очень смешно путаются местами. Вот, и вот он придумывает этого самого командора. Причем, опять же, он совершенно замечательно его вводит. Он вводит еще одну мощную тему, да, очень мощную для той эпохи тему, потому что, собственно, командор умирает со словами, что значит, я тебя отомщу, да, там, возмездие, будет тебе возмездие, да. То есть, соответственно, как бы вот эта мощная идея, что в момент смерти надо думать совсем о другом, и, соответственно, командор как бы обрекает себя на ад, но получает то, чего он хотел, получает возможность отомстить, да, вот. Как бы там это прописано, вот в этой финальной сцене, кажется, там такие очень схематичные реплики, но там все это проговорено, да, вот как бы, если вчитаться, если внимательно прочитать. И, соответственно, вот как, таким образом, да, как бы у нас оправдан этот персонаж, да, то есть, как бы, соответственно, в тот момент, когда он приходит к командору, он уже на тот свет пришел, он уже в ад пришел, уже, как бы, потому что там же еще нужен момент, он же тут пытается раскаяться. А сказано же, что пришедшие в 12-й час, да, и как бы, а как это, да, он же вот, он же хочет покаяться, ну все уже, он уже там, да, вот такое зрительное воплощение, и тоже за счет вот этой детали, да, за счет вот этого персонажа, потому что там же, как бы, командор ему говорит, что вот эти наши адские явства, все, ты в аду уже, да, уже все, уже, как бы, ты переступил. И тоже, как бы, для 17 века совершенно гениальная находка вот этого вот, как бы, что уже все, да. Вот как изобразить, как показать, что вот это опоздание, потому что еще раз, да, канон-то говорит о том, что опоздать практически невозможно. И как сделать, как показать, что опоздал, да, что уже каяться поздно. Вот, а дальше, значит, как бы еще один момент, то, что он делает, и то, что тоже делает, вот то, что, как мне кажется, заводит, так дает вот этот завод донжуановской теме. А вот эта финальная сцена, которая так характерна для 17 века, которая, значит, огорчает современных режиссеров у Шекспира, да, которая как бы дает развязку, которая, ну, для нас как вот постфактум, да, уже все произошло, вот кончаться должно там, где он провалился, да. А дальше, значит, вот у короля все пришли жаловаться, тут, значит, прибегает этот самый Каталинон с сообщением, что, значит, его забрал этот самый каменный, пусть и все женятся, да, ну как-то, ну, ребят, ну как-то вообще, да. Вот, а эта сцена конкретно у Тирса, она приобретает дополнительное значение, да, дополнительное измерение, потому что он, значит, как бы выгоняет нам персонажа в дьявольскую фигуру, вот в этого соблазнителя, Бурладор же написано, Бурладор — это злой насмешник, да, вот соблазнитель, насмешник, дьявольская фигура, да, потому что вот это движение его к худшему, 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 и когда он выходит, убирается из картины, все становится нормально, восстанавливается порядок, да.
Потому что и с другой стороны, тем самым он, смотрите, там вот то что я отпедалировала, да, что там нет невинных дам, там одна Анна не соблазнилась. Все остальные сами виноваты. И тоже вот это вот взаимодействие как с дьяволом, да, что ты сам обманываешься, ты сам выбираешь, ты сам соблазняешься. Да? Вот. А зачем это нужно? Потому что он же, как бы, Тирса же еще одну вещь подчеркивает. Он же подчеркивает, что, в общем-то, Дон Хуан славный малый. Он же, ну, мало того, что Мота ему безумно радуется, да, и как бы вспоминает, ну, мы вроде не очень хорошего мнения про Моту, да, тоже так это с сомнением воспринимаем самого Моту, да. Но перед этим-то, когда Тисбея-то чего так разлетелась-то и так вдохновилась, он же у нее на глазах, рискуя жизнью, спасает своего слугу. Ни друга, ни там кого-то, там отца, я не знаю, как, слугу, которому он, мы тоже уже знаем, так себе относится, да, не без особой теплоты, потому что, опять же, в испанском театре у героя могут быть очень особые отношения со слугой, да, потому что там слуга очень важный персонаж, в принципе, но это не тот случай. Слуга тут чисто вспомогательная фигура, никакой особой роли не играет. У Дон Хуана никаких особых дружеских отношений со слугой нет. Там мы можем представить себе, что Дон Кихон спасал Санчо Пансу, но Дон Хуан, спасающий слугу, демонстрирует, ну, что хотите, великодушие, широту души, смелость, там, так далее, так далее. Да, вот все, что, все положительные качества. Да? То есть что делает Тирса? Он показывает, что дело не в его испорченности, да? Дело в другом. И вот это другое, это вот характерное для эпохи, такое, ну, а для аристократии эпохи, игровое, эпатажное, демонстративное отношение к жизни. Да? Что играть надо до конца и за предел, да, и вот специалисты по 17 веку говорят, что самой яркой иллюстрацией вот этого отношения к жизни становится дуэль, потому что в 17 веке, значит, не только те, кто поссорились, а секунданты должны были биться насмерть, да, вот оно игровое отношение, да, что ни к чему нельзя относиться серьезно, да, предельно выраженное, да, игровое отношение. И, соответственно, его воплощает Дон Хуан. И вот здесь проблема. И поэтому ему так важно сделать вот эту возгонку до дьявольской фигуры, да? Что, казалось бы, мелкий недостаток. Ну вот, даже не недостаток, а просто, ну вот, характерное для того времени отношение к жизни может привести не только к гибели души, да, но уничтожает все вокруг, да, вот этот грех, который разъедает все вокруг, да, который как бы падает на других. А зачем так подробно говорю? Потому что вот исходя из этого понятно, что, ну, если с Фаустом, с стремлением к знанию, да еще знания, которые дают власть над миром, в новом научном контексте возникают самые богатые возможности, то есть понятно, почему Фауст становится мифом нового времени, то вот с так нарисованным Дон Хуаном, да, ну, да, потрясающий сюжет, да, каменный гость, но как бы... За счет чего он становится-то мифом? А мифом он однозначно стал, да, вот как бы, причем одним из центральных мифов. И я бы сказала, что вот эту возможность, вот там как бы будет вторая фигура, которая необходима для того, чтобы завершить вот это складывание мифа. Второй фигурой будет Мольер, который увидел, который как бы открыл возможность вот в этом, в самом корне зла. Потому что вот он прочитал «Корень зла» не как вот это игровое отношение к жизни, а как болезнь нашего времени, да? То есть вот для Тирса это вот это как бы слишком легкое игровое отношение к жизни. А Мольер, вот он первый, он сказал «Дон Хуан», это как бы, если опять же, не помню, в каком из этих самых вариантов Википедии про Дон Хуана, там прямо как бы один из вот... связанных сюжетов выводится либертинаж, да? Это Мольер. Мольер сказал, так он же либертин. Ну или либертен, зависит от того, как вы как произносите, да, как вы транслитерируете. А и вот там, значит, Мольер сделал потрясающе мощный шаг. Только там возникает очередной такой дразнящий момент. Потому что, собственно, что такое либертинаж для Франции? Ладно, как бы он там пишет в середине века эту пьесу, да? А, значит, основные проблемы, связанные с либертинажем, относятся к началу 17 века. Но за либертинаж во Франции, поэтов, правда, не аристократов, сжигали, сажали в тюрьму, казнили на плахе и так далее. Да?
То есть это очень острая тема, да, очень такой, как бы, ну, жесткий контекст. И потому что, согласитесь, когда вы там читаете о истории постановки Дон Жуана, ну, там про Тартюфа понятно, что он мог, как бы, ну, там, шокировать, раздражать, кого мог раздражать, все понятно, да. Но про Дон Жуана, такого философского, такого отвлеченного, да, он же читается сейчас как очень отвлеченная пьеса, да, как бы вот такой скептицизм, предельный скептицизм, который приводит героя к гибели, который перетекает в цинизм, то есть понятно, как бы, драматургические проблемы, которые он ставит и решает даже современному читателю, но, с другой стороны, вот эта острота реакции, что пьеса прошла один раз и больше нет, да, вот она непонятна, да, потому что там вызывало. Но вы представьте себе, да, как бы, ну, даже как бы на полвека назад, какие там были самые острые, как бы, вот такие моральные проблемы, которые возникали, да, вызывали самую большую остроту в обществе. Вы представьте себе, что вот, как бы, вот вы смотрите пьесу, да, которая ставит и в ту эпоху, которая не привыкла к актуальному содержанию. Умозрительное, условное, отвлеченное. А тут вам в лоб либертинаж, он просто ведет себя как либертин. Не аллегорически он его показывает. Он его в лоб показывает. То есть, в принципе, для эпохи, видимо, просто шоковое впечатление. Тем более, я говорю, когда если это то, за что казнили, да, то за что вот там, ну, то есть это... Опять же, это же значит, то, что казнили, это значит, что это в обществе вызывало такую же бурную реакцию, да, потому что, ну, все-таки просто так взять и кого-то казнить. Нет, бывали случаи, значит, в испанском театре есть замечательная, значит, как бы история. К сожалению, подробности непонятны, но тоже очень интригующая. Значит, в принципе, было под страхом смерти запрещено актерам появляться, значит, ну, как бы вне сцены в дворянском платье. Они же играли в дворянском платье, а это эпоха жесткой сословной регламентации одежды, да? А есть история, зафиксированная история, когда одному актеру, герою-любовнику, ясно, что они все ходили все время в этих платьях, да? Даже обговаривать нечего, да? Вот, и одному действительно актеру отрубили голову за это. Ну, дальше, конечно, становится интересно, кто на него положил глаз, да? Чей муж имел достаточно власти, чтобы вот так вот распорядиться, да? Потому что, ну, понятно, что как бы... Потому что, ну, с другой стороны, ну, известно, опять же, известно, что ходили они в этих платьях, да? Вот, соответственно, да, конечно, всяко бывало, да? Но ни одного и ни двух казнили. Ни одного и ни двух казнили, да, за либертинаж. Да, аристократов не могли достать, да, это в основном как бы развлекались аристократы, конечно, да, их достать не могли, но уж поэтов, которые по неосторожности попали под горячую руку. Соответственно, вот как мне представляется, да, что именно вот эта находка Мольера, вот второй момент, второй автор, который сделал из Дон Хуана миф, да, потому что дальше, если мы последим, как будет представлен Дон Хуан в последующей эпохе, да, он, в отличие от Фауста, который абсолютно равен себе, это всегда поиск знания, который просто будет по-разному трактоваться, да, там, ну, Гёте положительно, ну, а Томас Манн опять отрицательно, да, вот, значит, то Дон Хуан будет, значит, претерпевать постоянные изменения, постоянные трансформации, и к Максу Фришу, да, вообще как раз дойдет до олицетворения прям противоположно. То есть это опять будет болезнь своего времени, только прям противоположно. Там, если как бы к романтикам он у нас, вернее, Моцарт первый, значит, как бы действительно выведет нам любвеобильного Дон Жуана, да, Дон Джованни, причем там уже как бы не так важно сохранить вот эту форму имени, уже понятно, о чем идет речь, и с другой стороны вот эта его изменчивость, трансформация, да, они подчеркиваются тем, что вот он впервые Дон Джованни, а не Дон Жуан. Даже Жуан откуда появляется? Это Хуан, пропущенный через итальянскую комедию «Дель Арте». То есть они сохраняют испанское имя, которое по-итальянски читается как «Же». Вот это «Хота» читается как «Же». Поэтому это странное имя, которое, ну вот, это нет ни в одном европейском языке такого имени «Жуан», да? Потому что по-испански это «Хуан». А дальше там во всех других языках «Жан» по-французски, да? «Джованни» по-итальянски и так далее, да? Ну вот как бы вот как раз к моцартовскому Дон Жуану он как раз становится «Джованни».
И там он как бы становится вот любвеобильным. Значит, у Байрона он вызывает любовь. Ну и Байрон, кстати, делает тот шаг, как бы, который вроде как сближает две темы наши, да, потому что он, конечно, проблему ставит в «Дон Жуане» в первую очередь жанровую, да, и не случайно Евгений Онегин реплика на «Дон Жуана», да, то есть как бы Байрон пишет вроде как современную поэму, а Пушкин говорит, что это не поэма, это роман в стихах. То, что ты написал, друг, это совсем другой жанр, да, вот как бы. Но остался мифологический персонаж, да, остался миф. Не осталось вот это вот жанровое, вот то, что так мощно взялось у Сервантеса, да, вот это жанровое решение. Потому что, ну, дело не в том, что Байрон не такой умный, да, он потрясающую поэму пишет, как бы. Она, кстати, очень хорошо, спасибо Пушкину, она прекрасно переведена на русский, потому что он сделал все для того, чтобы этот язык на русском существовал, да, чтобы тот язык, которым написан «Дон Жуан» Байрона, был подготовлен, да, чтобы переводчик пришел и сделал, да. Вот, поэтому как бы можете оценить, насколько она хороша, да, насколько это замечательно, потому что Байрон не все одинаково замечательно, он на то он и романтик, да, а вот это действительно потрясающе. Но взялся не жанр, взялся не индивидуум, да, вот, вот Дон Жуан остался мифом, не стал, как бы так сказать, человеком, вот этой фигурой, да. Вот, собственно, то, что я хотел сказать. Не знаю, получилось, не знаю, понятно ли, да, но вот как бы пафос был такой. Ну, даже мы не очень задержались, так что все получилось более-менее.